Русский язык с удовольствием. 9 мая 2015 года. Суббота. Почему в России празднуют День Победы 9 мая, а не 8? Согласно акту о капитуляции, Германия должна была прекратить военные действия на всех фронтах 8 мая 1945 года в 23 часа по центральноевропейскому времени. Московское время отличается от центральноевропейского времени на 2 часа. Следовательно, по московскому времени война закончилась 9 мая в 1 час ночи. Поздравляю вас с Днем Победы! Желаю вам мирной, долгой и счастливой жизни!